Сегодня решил помыть автомобиль, уже морозы обещают, и покажу, как чищу форсунки. Так, помоем теперь пороги. Тут у меня свинарник в машине. На неделе некогда убираться. Сегодня 20 октября 2018 года. В этот день, 20 октября, только 1988 года мы первый раз увидели друг друга с Ларисой. Сегодня она хочет там что-то приготовить. Видео обязательно поставим. А в конце этого видео, даже если поставлю его вперед, потом сдам ссылку. Опа. Вот видите, у меня типа лежанки. Иногда бывает, устанешь на работе. Пошел, полежал. Ну что, ты уже как бы не молодой человек, 53, поэтому полежать не помешает. Здесь такая же фигня. Вот смотрите, так вот стараюсь более-менее ухаживать.
Ну, сполоснул, не сказать, что супер-мупер. Ну, сейчас еще возьму шланг, полью сверху, чтобы грязь, пыль оставшаяся ушла, которая на тряпке была. Открываем. Вот в этом месте, вот здесь заметил, что тряпка не касалась. Сейчас еще налью, промою это место и порожек в багажнике. Вот так вот. Амортизаторы у меня стоят от наших, по-моему, от девятки приспособил. У них цена 160 рублей, а у родных... На тот момент, когда я покупал вот эти за 160, было 3500. Я же с дуба не рухнул. Я лучше подгоню. И все. Так, где там под номером? Где-то вот здесь у меня. Где-то вот в этом месте тряпка не касалась. Здесь вот, вот это крыло, или как его правильно назвать, не знаю. Все, оставляю сохнуть машину, потом, если где-то проявится, не промыто, еще раз помою. Вот. А пока займусь чисткой форсунок, сейчас увидите все. Как я уже и говорил, наступила осень. Вот смотрите, сажусь в автомобиль, включаю зажигание и омыватель. А, вот он. Вот одна форсунка работает, и то там форсунки два отверстия, а работает только одно отверстие. А во второй форсунке вот нифига не работает. Сейчас я отсюда вот с улицы покажу. Видите, что я делаю? Смотрите, взял иголочку, вот такую вот иголочку, толщина ее 0,6 миллиметра. Всего лишь, то есть даже одного миллиметра нет. Сюда вот форсуночку, которая не брызгает, вставляем. Ну, конечно, можно было медную иголочку, но так как у меня нету, неохота искать, и я уже делал из-за воды плохо, я уже делал металлической иголочкой. Вот так вот. Так, немножко. Даем моей рукой. В эту сторону. Ну-ка попробуем. Хорошо. Я не знаю, чем она забивается. Стараюсь чистую воду наливать. Может быть, солями, которые в этом, в воде. И когда долго не пользуешься, особенно после зимы или после лета, вот такая ситуация. Вот чуть-чуть пошурудил. Ну-ка, пробуем. Пробуем. А вот та сторона, вот, видите, как бежала одна, так и бежит. Пробуем вторую сторону. Также воду выдули, чтобы видно было, куда толкать иголку. О, чем-то забито. Таким закоксовано чем-то. Не знаю, чем. Можно, конечно, еще дунуть компрессором. Ну, почему иголку скривил? Потому что, видите, я ее могу шевелить. Это вот так бы воткнулась. И ни туда, ни сюда. Ну-ка, посмотрим. Так, специально не выключаю камеру. Так, смотрим. О!
Видите? Форсунки работают, как вы видели. Вот они. Машина высохла. Местами она не... Видите, тут местами я ее не промыл. Сейчас еще раз помою. Вот. Хочу прорекламировать свой канал. На моем канале есть множество видео про девятки наши, отечественные автомобили, про иномарки, Ford, Toyota, Honda, Nissan, где я ремонтирую двигатель, печки. Поэтому смотрите. Вот. В конечных заставках постараюсь поставить. Там всего лишь 4 заставки. Всем пока!